У меня вот такой быстрый вопрос. В храмовом служении было больше присутствие служения слова или больше присутствие служения музыки, или это было сбалансировано, как это именно в храмовом служении было? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, потому что описан ход храмового служения не описан как таковой. Мы имеем, ты хочешь дополнить меня или? Мы имеем несколько намеков на то. Например, мы видим, как это было при Давиде. Мы видим, что до Давида служение левитского вообще не было до Давида. Ну как вообще не было? Скорее всего, было, но Давид упорядочил это служение. И Давид, он был тот, который расставил начальников, они называются, очень интересно в Писании, они называются «зачинатель пения». Читали вы такое выражение? Почитайте, найдите, в Писании называется «зачинатель пения». Тот, поход, я так думаю, похоже на меня, что самый громко поет, и все за ним поют дальше. Правильно, неправильно, но там, наверное, у Давида были неправильные. Такие, зачинатели пения, и он устроил, друзья, сам ход музыкального служения, Давид. Да? И вот эти все ремарки, которые видите вы перед псалмами, это, скорее всего, было... Там все очень интересно. Там у них, например, если вы читаете некоторые псалмы, то некоторые псалмы, они поются такими, как сказать, синкопами или как. Например, поется кусок псалма, да славят, и опять, ибо он велик, да славится. Помните этот псалом? Да? То понятно, что мы его сейчас читаем как псалом для назидания, но он как музыкальное произведение был как-то сформирован. И это было, наверное, красиво. Это было красиво. Мы не знаем, как там было. Мы не знаем. Есть очень древние. Говорят, что эфиопские евреи сохранили традицию пения псалмов. Говорят. А другие евреи говорят, нет, это неправда. То есть, на сегодняшний день даже неизвестно, как пелся 22-й псалом. Мы поем с вами как хорошо и как приятно. Вы думаете, что древняя эта мелодия? Та мелодия, это не то. Я к чему веду? Я веду к тому, друзья, что вот этот сам ход, сам процесс, одна молитва, два псалма, как там было, мы проследить не можем. Мы проследить не можем. Мы можем угадывать или строить наше служение по инструкциям, которые я назвал бы инструкции тени, да? Как тень будущих благ. То есть мы можем найти намеки в каких-то библейских событиях на то, как надо строить свое служение. И мы имеем эти намеки. И мы верим, что наше служение, оно приблизительно соответствует библейскому образцу. Но мы не можем это утверждать. Например, если кто-то придет сегодня в церковь и скажет, нам надо петь больше псалмов, чем проповедовать, то эти вопросы, они не являются, как бы выразиться, вопросами краеугольного спасения, да? То есть, например, давайте так приведем пример. Харизматические церкви, они ведут совсем по-другому служение, чем мы, да? У них преобладает музыкальное служение. Слово у них короткое бывает, там одно слово, у нас намного больше слова и так дальше. Скажите, есть ли шанс человеку в харизматической церкви спастись? Есть? Нету? Я думаю, что есть, друзья. Я думаю, что есть на 100%, потому что все-таки евангельское слово, больше не будем брать какие-то крайности, возьмем просто как бы general, да, вещи. Мы понимаем, что где-то что-то правильно, где-то что-то неправильно, но шанс спастись есть. И если бы служение было неправильно, например, если я вас прошу, а есть ли шанс спастись у свидетелей Иеговы? Есть? Тоже есть, но шанс что? Мизерный, ничто. Бог, да, Бог может сделать свое чудо. Бог даже может из церкви сатаны спасти, правильно? Так мы понимаем. Бог может в любом месте спасти человека. Но сам ход служения подразумевает, что они ушли от истины, что далеко. Я не претендую, что пятидневная традиция, она стопроцентно у истины, но близко. Почему мы знаем, что мы делаем служение правильно? Какой критерий любого служения? Быстро. Громко, кто сказал? Критерий любого служения – это сошествие Духа Святого. Когда все делается правильно, в храмовом служении Бог обязательно проявляется сверхъестественно.
когда неправильно все богослужебные сосуды остаются мертвыми, никакого проявления нету. Илья на горе кормил. Проявление Божье свидетельствовало о том, что Бог за Илью. То, что там было молчание со стороны вала, свидетельствовало о том, что там Бога истинно живого, что не было. Поэтому любое служение и любое изменение хода служения, оно должно взвешиваться тем, улучшило ли оно духовную составляющую в церкви или ухудшило. Потому мы сегодня о харизматических церквях говорим, что духовная составляющая там что? Ухудшилась. И совсем нету, она ухудшилась. Мы не говорим, что да, они совсем отпали, там что-то евангельское есть. Вы можете со мной поспорить и так дальше. Я считаю на сегодняшний день, по моей практике личной, да, я считаю, что именно пессианская традиция держится самым ближе. Тем более, что это традиция, которую вывели наши родители, наши деды, они вывели ее из уз. Эта традиция, она закаленная огнем испытаний. А вы знаете, что когда приходит испытание, то все наносное, оно обычно что? Оно исчезает.